Здравствуйте, подписчики, а также гости моего канала. Сегодня нас пригласили в реабилитационный центр. Здесь проводятся мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. В этот центр мы уже неоднократно ходили, и все, я обещаю как-нибудь снять про это ролик, чем мы занимаемся и что там делаем. Сегодня было мероприятие, и вот мы покажем, что проходило и чем занимались дети. И 8. О, ты вспомнишь, что я туда ходила. И что сказала мама? Мы так. Да, и тут школа, знаете, сочилась. Пойдите. И я сказал, я люблю вообще иголки. В общем, да. Видно, будем делать елочку. Видно, тут елку будем делать. Так, Олечка, ну, приступаем к нашей аппликации. Будем выполнять вот такую аппликацию. Ротик закрывай. Так, у нас, смотри, зеленые комочки готовы. Нам нужно сделать вот такие вот шарики разноцветные. Смотри, шарики как делать. Смотри внимательно. Кусочек бумаги. И складываем маленькую такой комочек. Да, чем красный. Да, и... Давай, отрывай кусочек. Да, попробуй сделать маленький. А серебряный будет. Это разноцветный будет. Да, я так делаю. Давай, попробуем. Да, вот еще возлиться. Ну не все же дети успевают.
и проталкивать между шишечками. Только чуть-чуть ее распуши. Распуши. Ну, это не надо запушить. Сова закидывает. Ты хочешь, чтобы сова была лысая? Чуть-чуть распуши. А зачем пушить? Пушистая была. Ну, сок пушистый не существует. Да. Когда она перышки, перышки она распушит. Будет она пушистая. Она замерзнет, если будет такая. У нас же сейчас какое время года? Зима. Зима. Зимой же холодно. Лайки, подписывайтесь, подписывайтесь, и пока-пока!